вы приобретаете сразу три предмета. Это брошь, это кулон и это цепочка. Притом цвета вы также выбираете по своему усмотрению. У нас только что был доступен красный, на столе мы видели. Далее рассмотрим на нашей подставке синий цвет. И есть еще и зеленый цвет, который представлен на нашей модели. Любой цвет, который бы вы не выбрали, будет беспроигрышным. В данном случае идет опять речь о технике ювелирного стекла. Мы окрашиваем наши кристаллы специальной формулой. Это специально засекреченная рецептура. Для того, чтобы получить зеленый оттенок, который будет напоминать нам изумруд, замешивается группа хрома. Для того, чтобы заполучить синий цвет, замешивается титановая группа. А чтобы получить красный цвет, это группа марганца. Все это гипоаллергены. Все это свидетельствует о высочайшем качестве. И для того, чтобы наш кристалл раскрывался совершенно умопомрачительно, используются специальные витогранки. Центр ювелирной композиции выполнен безукоризненно. Это форма огранки, которая называется октагон. Очень редкая форма огранки. А далее мы видим, как две ленты обнимают наш кристалл и складываются в виде сердца. И обратите внимание также, что продано на эти мгновения уже 50 комплектов. А речь идет сегодня действительно о самой богатой комплектации, потому что в рамках лота Антуанетта мы говорим сразу о трех предметах в одном. Вы можете себе представить? И уже 50 комплектов продано. И это не, собственно, ни для кого не секрет. Мы единый центр распродаж, у нас всегда много звонков, у нас всегда востребованные лоты. Мы всегда предлагаем вам самое высокое качество по низким ценам, потому что мы сотрудничаем напрямую с поставщиками и производителями. Нам не нужны какие-то накрутки, нам не нужна реклама, арендная плата. Именно поэтому у нас максимально все прозрачно. Вы оплачиваете свой заказ только при получении. Ну а что вы получаете? Вы получаете сегодня целых три предмета при заказе номера лота 6180. 748. Три предмета за 990 рублей. Это кулон, это цепочка длиной в 71 сантиметр и это брошь. Давайте сейчас рассмотрим именно кулон. Вот так он выглядит. Обратите внимание, как у нас переливаются, как у нас сверкают наши кристаллы. Вот здесь, кстати, у нас с вами бриллиантовая форма огранки. Разные формы. Обратите внимание, какая динамика у нас возникает. Красный кристалл по центру, естественно, смотрится очень богато и напоминает нам рубиновые ноты. Поэтому, если бы речь шла, например, о камнях первой ювелирной категории, то такая брошь могла бы обойтись где-то, ну, 120 тысяч, никак не меньше. Мы же с вами имеем дело с очень хорошей интерпретацией, с аналогом. Мы имеем дело с потрясающей имитацией драгоценных металлов и драгоценных самоцветов. 990 рублей стоимость данного предложения. А мы с вами рассмотрели только кулон. Давайте я разверну вам обратной частью. Мы видим, вот он бейл, куда продевается цепочка. Поэтому кулон легко превращается в брошь. Брошь у нас имеет отличный шомпольный замок, который раскрывается на 180 градусов. Он действительно надежно фиксируется на любой одежде. Обратите внимание, шомпольный замок позволяет нам полностью скрыть иглу. Поэтому это безопасно, не колет ваши пальцы, не вредит вашей одежде. Ну и естественно, мы с вами можем возможность иметь... для того, чтобы, например, вот таким образом зафиксировать вашу брошь, вы можете перевернуть ее вот таким образом и приколоть, например, на ваш шарф или на пол вашего пальто, или же на берет. Ну и, естественно, брошь перевернуть можно и вот таким вот образом, что складывается в какую-то неизведанную галактику и повторяет ваши ощущения, раскрывает вашу женскую натуру. Мы, девочки, с вами существа переменчивые, мы каждый день хотим иметь разное настроение, и именно поэтому мы с вами предлагаем вот такое вот оригинальное решение. Три предмета по цене 990 рублей. Три предмета. Это брошь, кулон и цепочка не за 2000 рублей, как это предполагалось, а всего лишь за 990 рублей. Выгода при этом составляет 1000 рублей. Вы можете себе представить, что выгода сегодня больше, чем цена. Более того, скажу, если мы разделим 990 рублей на три предмета, мы получим цену одного изделия в 330 рублей. Где вы видели такую шикарную брошь за 330 рублей. А цепочка в 71 сантиметр такого плетения в магазине обойдется вам от 1500 рублей. У нас же с вами имеется возможность приобрести свой цвет по вашему желанию. За 990 рублей вы получаете любую расцветку. Это может быть цвет красный, это может быть цвет синий или цвет зеленый. Любой цвет сегодня по вашему желанию доступен.
Самое важное – не откладывать решение. Самое важное – не откладывать свой звонок. Ведь с каждой секундой количество оставшихся уменьшается. Ведь с каждой секунды количество проданных возрастает. Уже 90 комплектов разлетелось. 990 рублей стоимость комплекта из 3 предметов. И это достойный подарок, например, на праздники. Скоро совсем у нас 8 марта. Не за горами у нас и миллионы других праздников. А потом начнутся выпускные, а потом начнутся юбилеи. И, естественно, эта брошь, этот кулон, эта цепочка всегда сыграют вам добрую службу. При этом я хочу сказать, что вы, например, носите брошь на вашей верхней одежде, в это время вы можете цепочку носить на вашем платье. Или длина 71 сантиметр цепочки позволяет вам обернуть эту цепь вокруг вашего запястья в несколько раз. Вы можете себе представить, какое наслаждение вы получите, когда уже надеваете это колье. Насколько здорово вы получаете комплименты, вы чувствуете себя обворожительной красавицей. И вот то, о чем я вам и говорила. Вы можете обернуть в несколько раз вашу цепочку 71 сантиметр. Притом она подойдет на любое запястье. Все зависит от количества оборотов. Поэтому можно сказать, что за 990 рублей вы приобретаете даже 4 предмета. Продано 100! Продано 100 предложений! Колье Антуанетта. Один из самых востребованных лотов. 990 рублей цена установлена за комплект из 3 предметов. Если вы никогда не делали заказ в нашем телемагазине, то это лучший лот для того, чтобы начать знакомство с нами. Колье Антуанетта. Красный, синий и зеленый цвет. Номер лота 61 848.